пятницу к обязанностям приступит новый прокурор города. Сегодня руководитель областной прокуратуры Николай Журков подписал приказ о назначении младшего советника юстиции Руслана Саркитова. Стоит отметить, что Руслан Сапаралиевич уже работал в прокуратуре Кирова заместителем прокурора, а в последние годы занимал должность прокурора Омутнинского района. Также известно, что Руслан Саркитов родился в Санкт-Петербурге, у него высшее юридическое образование. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Обсудили вопросы и определились со списком приглашенных. В общественной палате сегодня прошло заседание рабочей группы по дорогам. Общественники решили подготовиться к расширенной встрече, которая пройдет 17 августа, и на которой будут присутствовать и дорожники, и сотрудники прокуратуры, и чиновники. Члены общественной палаты накидали план вопросов, в том числе, правда ли, что некоторые дороги в городе были приняты без их участия, и как такое получилось, а также когда на тех улицах, где укладывали асфальт, будут сделаны съезды и другие работы по благоустройству. В 93 домах Кирова горячей воды не будет больше 2 недель. Такие данные предоставили в администрации города Кирова. По данным управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии, всего на 1 августа 2016 года без горячей воды остаются 224 дома. Стоит отметить, что с этого года вся информация о домах, где горячей воды нет больше 14 дней, отправляется в прокуратуру города для принятия мер прокурорского реагирования. 20 дворов Кирова будут отремонтированы на деньги города. Общая сумма средств, которые будут выделены из бюджета, 19 миллионов рублей. Во дворах в основном будут перестилать асфальт, менять бордюрный камень и при необходимости делать стоянки. Стоит отметить, что работы по ремонту дворовых территорий ведутся почти во всех районах города Кирова и должны закончиться самое позднее к концу сентября.